общем, Евгений Алексеевич, в любом случае, это старая гвардия, от нее придется избавляться, потому что и она тормозит, и Сталин избавлялся с коммунистами. Да. Как только будет сформировано нами, участниками национально-освободительного движения, обстоятельствами военного характера, общественное мнение за чистку, будет большая чистка. Раньше нельзя. Главнокомандующий скажет. Он скажет, когда надо снять с фронта там 10-20 тысяч солдат и отправить на чистку в Москве. Скажет. Ну и, соответственно, в этом случае какова будет задача национально-освободительного движения в моменты чисток? Нет, задача национально-освободительного... Да, штабов НОДА. Задача штабов НОДА — вести линию на победу восстановления Отечества. Еще раз, в силу вот этих обстоятельств мы единственные, кто может говорить правду народу. Открыто, да, нас глушат, нас запрещают, нам на телевидении вход запрещен, нам запрещен вход в интернете, нас тут блокируют. Я уже сбился, сколько раз меня уже блокировали на Ютубе, и вас тоже, и Беларусинфо, и всех остальных. Но это наша роль такая. Мы, пока мы находимся еще в подполье, хоть и лидер наш Путин, и он в подполье находится, поскольку не все говорит, да, говорит, я скажу вам позже, мы еще не начали, потом я скажу, что такое начали. Это же и есть вот это все, да? Я не могу, он фактически открытым текстом, я не могу сказать прямо сейчас. А почему не может? Потому что власть у США, и пока она еще достаточно у них сильна, чтобы в случае консолидации оказаться сильнее его. Поэтому идет подготовка. Вот все, что идет сейчас, это подготовка к тому моменту, когда мы начнем. Поняли, да? Еще раз, кто не понял. Мы еще не начинали. Мы готовимся, чтобы начать. Понятно? А в этом случае мы как раз являемся главным звеном, как бы нитью идеологии и политики практической и идеологии для народа. Наша задача народ, готовить народ для вот этого момента, когда мы начнем. Мы знаем этот момент. Этот момент будет восстановление Отечества, его территории, суверенитета. Все просто.